Скамеек у морга не было и не будет. Проблема отсутствия условий для ожидания на территории Челнинского морга, с которой в редакцию «Челны-24» обратились зрители, не будет решена. Такой ответ мы получили от Управления здравоохранения города. Напомню, накануне мы рассказывали о том, что горожанам приходится подолгу дожидаться выдачи тел усопших родственников на улице. При этом на территории нет элементарных удобств, таких как скамейки, навес от дождя или туалет. Территорию патологоанатомического корпуса больницы скорой медицинской помощи окружает проезжая часть. В связи с этим размещение скамеек невозможно. Тела выдаются родственникам своевременно в течение 72 часов. Время обговаривается с родственниками заранее. Тела выдаются по их прибытию. Что касается туалета, раньше ожидающие могли воспользоваться им в здании морга на втором этаже, но после начала пандемии коронавируса вход туда ограничен, поэтому по нужде челнинцам придется продолжить ходить в четвертую поликлинику.